Что здесь говорить? Я вот в лифте. Еду на соревнования сегодня. Всем привет! Сегодня у нас очередной влог соревнований. Сейчас мы находимся в Горькинско-Амейском лесу. Сегодня у нас здесь соревнования. Это прям, не знаю, 5 минут езды от моего дома. Бежим классическую дистанцию километров 5 по парку. Сейчас у нас тоже участвуют Никита и Айдар из нашей тимы. Сейчас пойдем заявляться и вообще встречать всех. Куча людей. Сегодня еще куча любителей стартует. Такая ситуация. Я забыл оплатить заявку перед стартом. Я вообще не знал, что нужно оплачивать заранее, поэтому сейчас придется, похоже, платить подороже. Какая система сейчас? Что нужно сделать? Сейчас нужно к девочкам, конкретно к Вике. Вика, давай, с тобой порешаю. Порешаю. Нас трое. Трое. Или все по мужчинам. 10? Да. Тогда давай Сталкин, Антон. Ты сразу меня на четвертую минуту поставила? Да, я по порядку иду, так. Какой год? Окей, 95-й. Видишь, как тебе повезло? Могла бы поставить на 39-ю. Я даже не знаю, может, 39-й лучше было бы. Давай дальше, Зарип, Файдар. Все, Вика нам дала номера, мы готовы, и тут как раз вот подходит наша тима. Здорово, подписчики! Пришли сегодня бегать казанский азимут. Бежим сегодня 5,5 километров, большую дистанцию по мужчинам. Ой, будет, мне кажется, сегодня тяжело. Сегодня прям лес, не как в прошлый раз был парк, там была такая городская местность, сегодня прям лес, надо бежать в шиповках. У меня даже шиповки есть, я достал из балкона свои шиповки, старые вообще все. Я не взял кроссовки! Убираешь? Серьезно? Я не взял кроссовки! Шок-контент, подписчики! Что делать? Вот иди. Айдар на кроссовке. Спросишь, кого-нибудь, может, найдем. Вот такая вот ситуация неожиданная. Айдар сегодня бежит босиком. Я взял на всякий случай оценить, что лучше бежать. Ладно. У тебя какой размер? Посмотрим, как Айдар выкрутится из этой ситуации. Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте. Айдар едет с нами в Пензу на следующей неделе, да? Да, еду. Yeah. Но сегодня не бегу. Сегодня вот первый мой опыт на должности судьи хронометража. Все, хронометраж сегодня за Айдаром. Да. Это мой юный подаван, считай. Раздаем номера команде. Сегодня у нас на 11 минуте стартует Айдар Зарипов. На 4-й минуте стартую я, на 13-й минуте стартует Никита Коновалов. Ставьте свои ставки, догонит ли меня Никита за 2 минуты. Догонит. Можно поменять? Пацаны, раньше Антон бегал, всех выносил, сейчас появился я и будем конкуренцию составлять заново. Ну это мы еще посмотрим. Мишаня мне подгоняет шиповочки на сегодня и на Пензу. Он обязан выиграть шиповку. Все, я сегодня выигрываю из этих шиповочек. Ты мне балочки еще подогнал? Нет, балки это мне, блядь. Это слишком много тебе. Спасибо, Мишаня. Смотрите, сегодня у нас номерки без пакетика стартового, что будет неудобно. Во-первых, может порваться, снять, а мы знаем, что надо финишировать же с номером, да? Обязательно. Мастер-класс по заклеиванию номера. Мы смотрим, Никита уже сделал, но он использовал другую технику. В принципе, получилось на 4 из 5 хорошо, в принципе, не порвется. Но есть очень удобный. Ему для того, чтобы это сделать, нужен стол, а мне не нужен. Мы чуть-чуть скотч и как бы в обратную сторону. О, есть такая система, есть такая система. Да. И ты просто кладешь номерочек. И ты просто его вот так вот. Вау, даже я такую систему не знал. Это ускульная система татарская. Это очень ускульная татарская система. Слушай, ну пользуйтесь, челны обучают. Итак, часа, время 10:15. Ну я вообще не буду заклеивать, не будет. Оторвется. Значит, так и надо. Даем один раз. Ау. Так, Кристина сказала, что сейчас бросит меня на прогиб и воткнет вообще в землю. В ней 20 килограмм еще осталось. Но уникальное отличие... Не сломай себя. Что трасса не промаркирована со стороны... Вот это борцуха. А участник... Сколько ты заплатил, чтобы сняться в этом ролике? 150 рублей. Это мы еще не договаривались. 150 рублей, все запомнили. Подписота, всем привет, спасибо, что лайкаете, комментируете видео Антона. Кстати, хотел сказать,
Я хотел выиграть очки из прошлого. Кто смотрел прошлый ролик, знает, о чем я говорю. Я хотел выиграть эти очки, но там же просто невозможно. Там на одном комментарии почти 90 лайков. Я просто... Что? Я хотел эти очки. А я тебя найду. Кстати, комментарий, который набрал больше всего сейчас пока что лайков про Бородина. Сегодня я Бородина тоже ставлю. Вот так у нас выглядит сегодня место старта. Вот здесь финиш, здесь куча любителей. И вот. И вот Агуэльско-Аметистский парк. Будем бегать там в лесу и там в лесу. Местность супер легкая. Здесь вообще ориентироваться не нужно. Нужно бежать и почти не думать. Сегодня у меня 4-я минута. До старта осталось полчаса. Сейчас потихонечку можно переодеваться, разминаться. Чуть-чуть. И это. И все, и побежим. Каких-то грандиозных планов у меня, конечно, нет сегодня. В тройку залететь я вообще пока не знаю как, потому что здесь будет и Тимур, и Эльдар, и какой-нибудь, даже Никита, вон, может тоже хорошо пробежать. Ну, попробуем, но не обещаю. В пятерку, вот в пятерку. Моя цель — в пятерку залететь сегодня. Вот. А что, без контракта что-нибудь? Я отвечаю. Это самое. Самое важное перед стартом обязательно помять номерок, чтобы он был как из жопы. Я знаю, многим это не нравится, но это такая традиция. Так, ну все, вот такие шиповочки мне подогнал Мишань. Скажите все спасибо Мишане за подгон, I know. Нормально, с железными шипами. А то у меня только говно какое-то есть, с которым невозможно бегать. Ты же в команде. Скалкин Тим. Да, он тебе должен объяснить. Слушай, кроссовки не представляют. Я предоставил тебе кроссовки, тебе они не подошли. Ладно, сейчас я нашел решение, сейчас найдем. Делайте, чупа-чупсы набрали. Нам подарили. Как я решил проблему? Это все благодаря вот этому мужчине. Спасибо большое Никиту Коновалову за... Предоставленные Nike. Предоставленные кроссовочки. Они просто сегодня полетят благодаря Никите. Если бы я снимал все, где мы участвовали. Это же вообще сколько всего было. Да, да. Как первенство России мы сняли в 15 году. Блин, как да. Мы там тусили. Вообще. Вот это там уже да. Легендарно. Мауш, как мы ездили. Тоже ага, круто. Вообще. Как на Новый год тусили на площади. Как там Анатолий бухал. Вот и впервые. Для этого я и создал блог, чтобы вести просто дневник и потом вспоминать, как все было. Ну что, всем привет. Говорит Москва. Блин, вас реально очень много. Ну вот реально, уже очень много, типа, блин, уже такие количество лайков собирается, такие количество просмотров, что реально очень много. Вот, всем вам привет. Я расскажу, почему я не снимаюсь теперь у Антона во влогах, на Саревках, вот. Потому что я переехал в Москву учиться на 2 года. Так что через 2 года я вернусь. Наверное, вот, но и мы будем разрывать. Не только через 2 года, я надеюсь, что мы с Антоном где-нибудь заколабимся и пробежим, вот. Но если что, я не теряю форму. Я здесь, наоборот, занимаюсь легкой атлетикой. Пытаюсь что-то в легкой атлетике показать, вот. Ну и по выходным иногда бегаю старты. Также хотел еще сказать спасибо подписчикам, что там ждете меня в роликах, потому что, ну, под последним роликом у Антона получается комментарий с моей фамилией, наверное, больше всего лайков. Антон, наверное, подарит, точнее, не наверное, подарит за это очки, поэтому я реально, так сказать, благодарен, вот. Но вообще, как я уже сказал, стараюсь гонять по Саревкам в свободное время, когда могу. Стараюсь бегать и ориентирование, по выходным особенно, вот, но все равно, знаете, что-то не то, вот, все-таки, наверное, самое важное, это вот команда, вот, мы вот, сколько много вот, устал, похоже, уже, ну вот, простите, как без вот сказать, ну, в общем, самое главное, это команда, потому что вот, я не могу, мне плохо. Сколько вот мы бегали с Антоном, это были вот реально самые... Неважно, я там проигрывал, еще что-то. Но вот этот дух команды, вот все вот эти друзья, с которыми мы вместе
то есть, ну как сказать, атмосферу создавали Тимур, Лёша, Маша, Антон, Роберт, все вообще, Зоря. Блин, ну это же кайф, это вот атмосфера, ради которой стоит заниматься каким-либо видом спорта, неважно на самом деле каким. Хоть это будь ориентирование, хоть это еще другой спорт. Поэтому, ну, вот я лично ради этого кайфую. Поэтому я надеюсь, что у меня получится там приехать к... Ну, в Казань побегать, либо Антону получится. Ну, вот, чтобы этот вайб, так сказать, прочувствовать. В заключении хотелось бы сказать, что вот эти вот казанские ребята, вот эти вот юлбарсы и так далее, готовьтесь, я сейчас наберу форму, потом приеду в Казань и буду разрывать вас без шансовкой. Будет первое место Антон Скалкин, второе место Андрей Бородин, и все, и вот ни единого шанса не оставим вам. Так что готовьтесь, реально готовьтесь, просто будем уничтожать вас, понятно? Давайте. Пиздец. Нет, ну я жив, ребят. Да, да, выебывался. Пиздец. Короче, готовьтесь. Вот так вот вас. Вот. Ну, на самом деле, всех люблю, всех целую. Всем пока. Так, ну все, у меня осталось 7 минут до старта. Сейчас пойду в стартовый коридор. Видос с десташки, как обычно. Все будет. Вот. Что-то у меня есть настрой такой бежать прям быстро. Посмотрим, насколько меня хватит. И посмотрим, как будет чувствовать себя нога. Как будет вообще состояние. Но настрой хороший. Я прям хочу сегодня этот бежать. Вот. Все. Я тогда погнал на старт. Давайте. А вот наш чемпион. Буквально последние ритуалы перед стартом. Да. Самый главный ритуал ты сделал? Кстати, нет. Ну. Сегодня я не смог. Ну подожди, еще один главный ритуал – это снять номер. Да. Как из жопы. Все отлично. Все, супер. Антону мы желаем успеха, потому что он у нас капитан, он лидер. Он сегодня должен выиграть. Антон, мы тебе желаем успеха. Я сегодня в тройку должен сегодня лететь. Ну или в пятерку. Вот да. Антон сегодня настроен серьезно. Поддержим его лайкосиком. И каким-нибудь комментарием. Он уже чувствует, как вы пишете эти комментарии, и уже зарядился. Вперед, Антон! Молодым, что баланс. Ты можешь пожелать вот молодому поколению подрастающему? Подрастающему? Ну что? Блин, да им, по сути, ничего не надо. Ничего не надо? Им ничего не надо. Просто живите, кайфуйте, просто... бегайте. Да, если нравится, то занимайтесь. Стой! Антон, давай! Все, я выполнил свою миссию. Он внизу нарисован же. Пацаны, сорян. Я не так посмотрел. Все нормально. Что, ты просто да. Первый из всех. Так я почти первый стартовал. Ну что, я прибежал первый. Ну, я почти первый стартовал, потому что... Устал ужасно, просто я вообще, ну блин, очень сильно устал. Дыхалка болит, все болит. Пробежал за 35 с небольшим. Посмотрим, как пацаны пробегут. Я хочу в пятерку. Посмотрим, что получится. Я старался, но по скорости, конечно, я бежал медленно, если так сказать. Ну и что будет в Пензе, не знаю. Мне кажется, я там так настрадаюсь. Нагнал на пацанов там, хотя зря, конечно. Потому что правильно все стояло. Да, Миш? Я подумал, вверху или внизу? И у меня в башке такая мысль. Оп, точка внизу. Я думаю, внизу. И все, и пошел вниз. Когда давно не бегал спринты. Да вообще. Тащил. Я тоже умею. Толкасало. Ну, это еще этот, еще не вечер, как говорится. Танцор, да, еще? Вверх, вниз, я под месяц вообще просто поплыл. Я стою и просто не понимаю, где я вообще. А Зори где оставил? Да, на 11-12 где-то. У нас появились конкуренты, и они тоже снимают. Брали интервью у будущей чемпионки. Смотрите нас на спорте. Так, у меня реклама платная.
Басов. Айдар Зарипов. Айдар Зарипов на финише этого прекрасного старта. Давайте, давайте, Айдар. Слушайте, бывают хорошие дни, бывают плохие, как сегодня. Бывает сегодня, да? Да. Я очень рад, что я вылез оттуда. Очень рад. Молодец. Игорь Багаев. Что по времени? Лучшее время. Лучшее время? Хорош. Ай-яй-яй, вот это Игорек. Привет, подписчики. Привет, подписчики. А, блин, Антоха. Смотри, секундочку, блин. Ой-ой-ой, 9 секунд. 9 секунд, Игорек мне проиграл. Ай-яй-яй. Появился Павлик. Павлик проходит смотровой пункт. Итак, мы сейчас сопроводим его на дистанции. Павлик, где Тимур-то? Я увидел, видел, пропал туда. То есть он еще не пробегал, ты первый идешь. Молодец, Паша. Все, нет, извините. Ну, я надеюсь, ты мне проиграешь. Паш, 36, беги. Да, мне сегодня было сложно бежать, но сами видите, почему было сложно бежать. На самом деле, я не выполнил самую главную, как это, перед стартом фишку. Я не помял номер. Ой, ну ты понятно, я-то помял, поэтому и... Я не помял номер, представьте. Поэтому очень сегодня было трудно бежать. Айдар, больше так не ошибайся, номер да. Надо всегда мять. Всегда можно не тренироваться годами, но номер мять... Да, да. Это традиция, это нельзя нарушать, нельзя. Паша-то пробежал. Мы думали, что Паша обогнал Тимура, потому что они стартовали минуту друг за другом. Но, оказывается, Тимур, скорее всего, прошел раньше, и мы его просто не заметили. А это значит, что Тимур еще потенциально сегодня может выиграть. Поэтому ждем его сейчас вот на финише, ждем его из леса. Посмотрим, что он нам покажет. А вот бежит еще один очень сильный ориентировщик, Ильдар Гиматов. Давай, Ильдар, давай, 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 давай! Хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас проверим, что у него по результатам. Гиматов Ильдар выигрывает меня. Победить. Полторы минуточки у меня выиграл. Минут 15. Итак, я передвигаюсь уже на второе место. В тройке я не знаю, останусь или нет, но посмотрим. О боже! Какой мужчина! А? Смотрите, что делает. Он пробежал за 30 минут. Ну ты мощный чувак. У меня вообще не было сил бежать. Но ты мощный. Я еле бежал вообще. Я слишком много разминался. 3 километра для разминки, а потом 6 дистанций. Ты за 30 пробежал, да? 31, да. Итак, Тахавиев Тимур, лидер. 30 минут 52 секунды. А мы тебя, знаешь, что мы тебя пропустили здесь? Мы думали, Паша впереди тебя бежит, а ты по лестнице спустился там, да? Да, да. Ага. Не, вот здесь спустился. Я тоже там. Тоже я здесь? Там, да. А, мы тебя пропустили, значит. В пятерку я уже точно вошел. В худшем случае я останусь 4-м. В лучшем я буду 3-м, если Паша будет еще лазить примерно минутки 4 в лесу. Даже 5 минут в лесу, если будет лазить, то я останусь 3-м. Если нет, то 4-м буду. Ну ладно, посмотрим. А ну вот и Паша. Только долго ждать не пришлось. Ну чуть-чуть проиграешь ему, вторым будешь. Все равно мощный чел. Ты мощный чувак. Давай. Хорош. Молодец, Павлик. Ой, устал. Калманович. Чуть-чуть мощный. Но ты проиграл ему совсем немного. Вообще. Кому? Он только что прибежал, Тимур. А как вы его пропустили? Не знаю. То есть я не снял, я пункт не пробежал. Да, я ему проиграл. А, нет, смотри, много. Полторы минуты я проиграл. Полторы минуты. Итак, сегодня у нас Тимур выиграл. Паша второй, Эльдар третий, я четвертый. Пятый, Багаев Игорев. 9 секунд мне проиграл. Я в пятерку попал, я молодец. Все, по плану все выполнил. Дезморалил меня немного. Да не за... Че, не гони на меня. Он такой, знаешь, что говорит? Дядя говорит, Тимур еще не прибегал. Я такой думаю. Так, да, кайф. Не видели. Никто его не видел. Я такой думаю. Так, надо аккуратно взять. А он спустился здесь. Никто ничего не говорит, не кричит этого нифига, а не все услышно. Ну, мы тебя ждали. Здесь? Да. А я знаю. Ну что, Айдар, прощаемся.
Да, слушайте. Блин, знаете что? Ребят, занимайтесь ориентированием, тренируйтесь. Да, тренируйтесь, да. Физическую подготовку. Сегодня я на себе ощутил, что бегать раз, два раза в год — это очень тяжело. Я бежал по лесу, а потом в какой-то момент просто шел, потому что я не мог заставить себя бежать. Это вот точка, от которой я буду отталкиваться, то есть есть стимул тренироваться. Потому что в конце июня мы хотим большой компашкой поехать на ПФО, да. И вот там надо будет потренироваться. Сделаем огромный-огромный лагерь, соберем большую толпу просто всех. И будем тусить на ПФО. Будет условно лагерь Татарстана, лагерь там Удмуртии, лагерь Чувашия. А у нас будет такой лагерь, нам может вообще кто угодно, кто хочет с нами тусоваться, кто угодно в наш лагерь. Межрегиональный будет... такой лагерь. Да, то есть это независимая зона будет, свободная. Да, что-нибудь придумаем, что-нибудь устроим. Какие-нибудь соревнования ночные, может быть. Да, те самые знаменитые соревнования ночные. Это про лабиринт, если что. Все, Айдар пошел работать. Давайте. Все, спасибо. Айдар, спасибо за контент, спасибо за разговорчики. А может быть уже, может быть, пора ссылочки на соцсети выкладывать? Окей, ссылочка на соцсети Айдара будет в описании. Спасибо. Че медлишь, давай кидай. Давай кидай уже, а? День сегодня прошел отлично. Он даже еще не прошел, время только час. В пятерку я залез, как и хотел, пробежался. Не особо кайфанул, конечно, было тяжело. В Пензе будет еще тяжелее, там я сдохну. В Пензу поедем в четверг с утра. И там у нас до 3 дня будем бегать что-то там. Ну, как обычно на ПФО, спринт, лонг и потом масс-старт. Я, короче, еще для донатов, Boosty не очень удобно. Я сделал для донатов Сбер-чаевые, поэтому там просто... поддержать канал, будет ссылка внизу и на основной странице есть. Интересно, конечно, вот так вот снимать влоги с каждого старта. В прошлом году я так не делал, в этом году хочу прям каждый старт делать влог. Так что все, всем спасибо за просмотр. До следующего влога из Пензы, получается. Покедова. Реально, готовьтесь. Просто будем уничтожать вас, понятно? А, давайте.